нас что-то строит. Кто-то карьеру, кто-то семью, кто-то и то, и другое. Жизнь — это большая стройка, это наша работа за ней наблюдать. Сегодня мы в Симферополе, где уже строят, а точнее, как вы видите, уже почти построили. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это за суперсовременный комплекс, скажите? Это многопрофильный медицинский центр больницы имени Семашко. Та самая крутая, новейшая, современная больница. Пойдемте посмотрим. Проведите нам экскурсию? Конечно. Да? В рамках федеральной целевой программы правительством Российской Федерации в 2016 году было принято решение о строительстве многопрофильного многофункционального медицинского центра Республики Крым. И в сентябре 2017 года непосредственно начато строительство данного объекта. Основные здания – это лечебно-диагностический корпус, патологоанатомический корпус, пищеблок, два КПП здесь находятся, также кислородная станция и трансформаторные подстанции, котельная и дизель-генераторная электроустановка. Ну что ж, вот он и вход в больницу. Конечно, сюда попадать не хочется, и мы вам желаем сюда по возможности не попадать, но в любом случае здесь все сделано очень современно, комфортно. И знаете, какое-то сразу чувство спокойствия и умиротворение наступает. А еще безопасности, пожалуйста, пункт охраны. Здесь будет сидеть человек, который будет проверять все документы, видеонаблюдение. Полный антитеррор. Ну и, конечно же, регистратура, где будут сидеть специалисты, которые будут принимать каждого пациента. Вот, пожалуйста, связь, здесь будут документики. Все очень современно и грамотно оформлено. Больница рассчитана на 734 пациента, соответственно, столько же здесь и койко-мест оборудованы всем необходимым, душевые, туалеты. В чем особенность данного комплекса? Это в том, что здесь есть такие вот специальные аппараты для подачи медицинских газов. В случае форс-мажорных ситуаций можно будет, не транспортируя пациента, тут же оказать ему первую медицинскую помощь. Так, а это у нас... Это палата интенсивной терапии, 9 коек. На данный момент она укомплектована всем современным медицинским. Все работает, все функционирует. Ну, в частности, например, это многофункциональная кровать, которая дает возможность разные положения контролировать пациента. То есть можно его перемещать. А, то есть она такая транспортабельная? Транспортабельная. То есть в случае необходимости даже сама кровать может транспортироваться в операционную. А сколько здесь всего может человек находиться? Здесь находится 9 пациентов, а также обслуживающий медицинский персонал. В частности, палата укомплектована всем современным оборудованием, дефибрилляторы в случае необходимости, если что-то уже пациенту случилось. Это экстренная нужна помощь? Помощь в сердце запустить и тому подобное. Палата укомплектована современными искусственной вентиляцией легких аппаратами. Это вот, собственно, да, возле? Да, вот непосредственно сам аппарат, также мониторы для пациентов, шприцевые насосы, станции инфузионные, термостабилизирующее одеяло, противопролежневые матрасы. На данный момент все тестировано, работает, находится в способном состоянии. Смотри, потолок какой-то интересный, вот какие-то есть... Да, непосредственно в палатах реанимации предусмотрен ламинарный потолок над койкой пациента. Что это значит ламинарный? Однонаправленный воздух подается на пациента и ограждает его от воздействия воздуха окружающей среды помещения. Соответственно, никакая инфекция не проникает на пациента, и он гарантированно выздоравливает, так как его не приходится лечить от какой-то инфекции. То есть такой микроклимат здесь своеобразный? Да, микроклимат и микрозона, на которую непосредственно дует на пациента и ограждает его от среды, которая находится вне кровати. Смотрите, вот это, когда смотришь на такие аппараты, понимаешь, что все-таки 21 век наступил, и 21 век да, и в Крыму в том числе, потому что, смотрите, просто какой-то абсолютно... Передовые технологии. Очень похож на робота из какого-то фантастического фильма. Это так называемый ультразвуковой сканер. Да, для диагностики пациента, то есть непосредственно там воспалительные процессы и тому подобное. Потрясающе, правда. Выглядит это все фантастически, конечно, здорово. И хочется пожелать всем, кто здесь будет, чтобы все это всем помогало. И конечно, все были здоровы. И потому и что... процесс оздоровления происходил намного быстрее. Намного быстрее и комфортнее. Конечно. Классно.
Мы уже общались с нашими врачами, которые тоже участвовали при проектировании, при строительстве данного объекта. Будет одним из ведущих медицинских центров вообще в Российской Федерации. Все очень грамотно продумано. Прежде чем попасть в операционную, персонал проходит несколько стадий, скажем так, подготовки. Вот здесь он может помыть руки, но это еще не все. Вот дверь в операционную, а вот это то, что ее открывает. Локтем, не касаясь чистыми руками двери, вуаля, врач попадает непосредственно в помещение, где уже будет проводить сложнейшая операция. Это очень здорово. Все стерильно, чисто и безопасно. Это у нас передаточный бокс для доставки в операционную стерильных материалов и инструментов. Ага, для того, чтобы не было контакта и да, не попадали бактерии, ничего чужеродного, вслетаясь от их операционную, так не попало. Также у этого передаточного бокса есть особенность, то есть при открытии одной двери, вторая блокируется, не открывается. Следовательно, у нас не переходят потоки с одного помещения в другое и обратно. Все вот так вот? Да, все герметично, герметично. Закрыто. О, молодцы. Стараемся. На этом компьютере представлен мониторинг и управление всеми инженерными системами здания, такими как вентиляция, электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление, ну и прочие небольшие системы. Управление вентиляцией, в том числе управление микроклиматом всех операционных, а также всей общеобменной вентиляцией с отображением всех систем. Каждое отделение в этой больнице напоминает космический аппарат. Пункт управления, в данном случае, состоянием пациентов, автоматические двери, уникальный ангиографический комплекс для проведения сложнейших операций на сердце и кровеносных сосудах, оснащенный 4 мониторами. Это современное новейшее оборудование для того, чтобы максимально эффективно и успешно проводить операции. Еще один жизненно важный аппарат. Компьютерный томограф оснащен вот таким вот специальным инъектором для ввода контрастного вещества, а также монитором, с помощью которого врач сможет в режиме реального времени получать всю необходимую информацию о состоянии пациента. Дабы не испортить электроприборы, рекомендуется тоже оставлять за дверью. Ага, в том числе и камеру. Оператор может остаться за дверью. Так, прекрасно. Ну что ж, ага, вот смотрите, тут, конечно, грандиозная техника, оборудование. Это МРТ, тот самый. Да? А уникальность, особенность этого аппарата в чем? Потому что все-таки. Из линейки на 1500 он является самый-самый премиум класса. По оснащенности, по программному обеспечению, которое диагностику он позволяет для пациента сделать. Правильно я вас понимаю, что теперь грачам не нужно будет ехать на материк для того, чтобы пройти вот, обследование, да, необходимое. Все будет у нас здесь. Да, непосредственно данный аппарат. Производство General Electric на 1500 Tesla и поставлен сюда, собран с той комплектацией, которая может осуществить всю необходимую диагностику непосредственно у нас в республике. Как житель Крыма хочу сказать, что этот объект очень важен для республики и такого оборудования, как здесь, я думаю, что, наверное, в единственном экземпляре в этой больнице. И очень хорошо, что теперь наши бабушки, мамы и вообще просто люди с тяжелыми какими-то заболеваниями могут обратиться в эту больницу, и им будет оказана соответствующая помощь и обслуживание. Все сделано на высшем уровне. А это новейший конференц-зал для проведения медицинских конференций и симпозиумов на целых 300 посадочных мест. Оснащен звукоизоляционными панелями, огромным экраном, комфортными кожаными креслами. В такой атмосфере учиться очень приятно. Я очень рад принимать участие в завершении этапа строительства и ввода в эксплуатацию нашей больницы. Это очень престижный объект, очень ценный объект для нашей Республики Крым. Является одним из важных для населения, потому что появляются новые
палаты, новое оборудование, новые места для специалистов в области медицины является очень перспективным для нашей Республики Крым, так как этот образец для всей России. Это не просто больница, а уникальный для Крыма многофункциональный медицинский комплекс. Теперь сложнейшие операции можно будет проводить прямо здесь, не покидая полуостров. Строители возводили его целых 3 года. И все это для того, чтобы... Чтобы поменьше люди болели, но если уже так сложилось, чтобы им оказывали профессиональную, качественную медицинскую помощь. Для этого мы построили данный объект. Мы работаем для вас, но, конечно же, в первую очередь мы желаем вам здоровья. Пациентам, которые будут присутствовать на данном объекте, успехов, крепкого здоровья. Совместно с Министерством строительства, с Министерством здравоохранения Республики Крым мы создаем те условия для пациентов, чтобы при своих болезнях они могли комфортабельно себя чувствовать и как можно быстрее выздоравливать.